Эта температура зафиксирована исполнителем недавно, в 2004 году, когда было 33-33. Я думаю, помню, что это еще раз
фамилию Тихонова. Новости прям радуют. Завод имени Калинина, возможно, начнет выпускать автотехнику, работающую на газе. Предприятие рассматривает возможность совместного производства для сферы ЖКХ с компанией «Ралитех». Это официальный фирма «КамАЗа». Речь идет о дорожном оборудовании на базе «Соси». «КамАЗа» с двигателем, работающим на природном газе. Дальше «Компасура». Руководство «Ралитеха» заявляет, что заинтересованы в сборке классических чистых машин с двигателем типа «Евро-4», которые будут заправляться природным газом. Уже готовы доставлять шасси на Урал для последующей установки для него разработок завода имени Калинина. Банкам придется активнее заняться переобучением своего персонала и внедрять современные технологии. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра «Эксперт Урал». Журнал публикует исследование банковской розницы. Подробно об этом расскажет Алексей Кочкин. По данным исследования рынок розничного кредита. Спартак уже готов к встрече.
встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии. Ранее исполком УЕФА запретил проводить в столице республики матч Лиги Европы из-за того, что местный стадион оказался не готов к таким играм. После этого Алания подавала апелляцию, а сегодня ожидается встреча Сергея Фурсаха и президента УЕФА Мишеля Платини. На ней, как сообщается, также будут обсуждать вопрос о возвращении во Владикавказ матчей Лиги Европы. Уволен генеральный директор хоккейного клуба «Салават» Юлаев. Об этом сообщило издание «Sports.ru». О причинах отставки Вадима Рыбинского не сообщается. Он занимал эту должность последние 7 лет. Ожидается, что нового гендиректора команды представят сотрудникам клуба в ближайшие дни. Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с вратарем Ростиславом Стани. В последние 3 сезона словацкий хоккеист выступал в нашей стране в составе Череповецкой «Северстали». И там он был признан одним из лучших голкиперов КХЛ. В составе своей национальной сборной игрок принимал участие в 8 чемпионатах мира, а в 2002 году вместе с командой завоевал даже золотые медали мирового первенства. И еще Стани входил в состав сборной Словакии на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити и Турине. В Китае продолжается командный чемпионат мира по шахматам. Пока лишь российская сборная идет на турнире без потерь, рассказывает Константин Бахмелов. Позади всего 2 тура, а среди 10 команд участниц чемпионата мира лишь одна не потеряла очков. Это сборная России. Во втором туре наши шахматисты уверенно переиграли соперников из Венгрии 3-1. Победы добились Александр Грищук и Ян Непомнящий. Еще 2 партии завершились в ничью. А вот наши главные конкуренты в Китае, команда Армении, не сумела переиграть шахматистов из США. Команды разошлись миром 2-2. Не менее мощная сенсация произошла в матче Китай-Украина. Хозяева одержали победу 2.5:1. Таким образом, после 2 туров единоличное лидерство захватили российские гроссмейстеры. На полочках позади команды Китая, Армении и Азербайджана. Сегодня пройдут партии 3-го тура. В центральном матче дня сойдутся Россия и Армения. Российские шахматисты взяли бронзу на чемпионате Европы по фехтованию в командном турнире. В поединке за 3-е место они победили сборную России и Украины, сообщает агентство «Виспорт». На финале мужского командного шпажного турнира встретится сборная Франции и Венгрии. Тем временем российские раперистки стали серебряными призерами. В финале они уступили итальянкам, а бронзу командного турнира, как сообщается, выиграли немецкие спортсменки. Мы вернемся к новостям спорта через час. Авиапроисшествие в Екатеринбурге. В местном аэропорту совершил аварийную посадку аэробус А-320. Самолет летел из Болгарии. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает представители диспетчерской службы. По предварительной информации, лайнер отказала одна из 3 гидросистем. На борту самолета находились 69 человек. Тела 3 пропавших полицейских обнаружили в Хабаровском крае. Их нашли в автомобиле на дне реки Хор, сообщает Интерфакс. По предварительным данным, произошел несчастный случай. Стражи порядка возвращались с оперативно-розыскных мероприятий, когда их машина попала в промойну. Поиски пропавших полицейских начались спустя несколько дней. Некоторых членов экипажа Булгарии могут привлечь по делу о крушении судна. Об этом заявил министр внутренних дел Татарстана. Он также заметил, что у команды теплохода отсутствовала необходимая квалификация. Тем временем работы по подъему затонувшего судна возобновились на Куйбышевском водохранилище. Их ненадолго приостанавливали накануне из-за непогоды. Специалисты немного выбиваются из графика, признают в оперативном штабе. Тем временем, по данным РИА Новостей, к месту крушения судна должны доставить электронасосы, которые будут откачивать воду во время подъема в Булгарии. Теплоход затонул во время непогоды. Больше недели назад погибли свыше 100 человек, судьба еще 15 остается неизвестной. В Москве сейчас 19 градусов тепла, давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем сегодня в столице ожидается переменная облачность, а второй половине дня местами кратковременный дождь. Воздух прогреется до 28-30 градусов.